Художники и активисты решили воспользоваться поистине мировой славой новой видеоигры Pokemon Go, чтобы привлечь внимание к положению сирийских детей. «Я здесь, спасите меня» — это призыв маленьких сирийцев к мировому сообществу, озвучили фотографы, изобразившие детей из разных городов с рисунками покемонов в руках. Фотографии были распространены в социальных сетях. Как сообщается, офисом оппозиционных режиму Асада революционных сил Сирии, на каждом рисунке указано имя ребенка и название города, где он живет. Оппозиция таким образом выразила сожаление тем, что повальное увлечение покемонами затмило то, что происходит в Сирии сегодня. По данным ООН, с начала противостояния в 2011 году более 280 тысяч человек были убиты. Половина населения страны, в том числе десятки тысяч детей, были вынуждены покинуть свои дома.